Сколько здесь прикреплено населения к этому почтовому отделению? Здесь в этом порядка 5-7 тысяч населения. Вот, здесь два доставочных участка, но основная доставка – это сам населенный пункт, городок 17. Почтовое отделение в городке 17 не узнать. Пожалуй, от старого здания здесь остались только стены. Строители выполнили большой комплекс работ. Уложились в короткие сроки, без потери качества. Заменили крышу, фасады, провели отделку внутренних помещений, входной группы. Все сделали строго в соответствии с брендбуком, который разрабатывала Почта России. Действительно, здесь удобно, очень комфортно, совершенно другие условия и для тех, кто здесь работает, и, безусловно, для тех, кто пользуется услугами почты. Ежедневно почтовое отделение 143-051 посещают от 50 до 100 человек. Когда-то на почте чаще всего отправляли и получали письма и телеграммы. Сейчас возможностей стало в разы больше. По сути, многофункциональный центр, но здесь можно не только отправить письма по ссылке бандероли, но также оплатить коммунальные услуги, оформить кредит. Доступная среда, удобные кресла, современное оборудование, которое позволяет быстро обслуживать посетителей. Переменами в почтовом отделении городка 17 жители остались довольны. Раньше вот ступенек не было, ползали на коленках друг друга, не могли даже зайти пожилые люди. Но сейчас стало удобнее? Сейчас удобнее. Сейчас лучше стало, конечно, намного. А что раньше было? Раньше, ну как, здание не очень в хорошем виде было. Как бы на снос можно его было. А сейчас удобно все? Или есть какие-то пожелания? Ну, сейчас удобно, да. Нравится. В обновленном здании почтовое отделение работает уже около месяца. В ходе инспекции недочетов в работе строителей Андрей Иванов не выявил. Пожелание сотрудников приобрести жалюзи на окна и установить кондиционер тоже выполнят. Всего в программу губернатора Подмосковья попали 26 почтовых отделений в Одинцовском округе. 14 из них приведут в порядок в этом году, еще 12 в следующем. Евгения Августина, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».